Всем привет! Да, вот такое вот начало. Сегодня в Москве лил дождь, вчера лил, еще будет лить. Так что повсюду довольно мокро. Ну вот и мы, вся наша маленькая, но дружная семья. Муж Роман, вам уже небезызвестный. Я, Гекта, вообще известная. И известный мальчик по имени Дима, наш сынок. Кстати, у Димы... Ты хоть поздоровайся? Привет. Привет. У него, кстати, есть свой канал. Я оставлю ссылочку, заходите, подписывайтесь. У него, кстати, новая кепочка. Да, классная. Кажись. Во. Ему очень идет. Мы специально не подбирали, но так получилось, она прям вообще подходит вот под эти кроссовки. Как будто специально комплект приобрели. Выглянуло солнышко, это приятно, потому что на солнышке тепло, можно греться. А вот без солнышка как-то прохладно становится. Мы направляемся сейчас в магазин «Динозаврик» для того, чтобы прикупить своему коту силикогелевый наполнитель. Для серушек. Ну что, давайте с нами. Ну, у вас тоже силикогель купил. Еще что-то поснимаем. Динозаврики немного поснимаю для вас. Такой будет. Хоть и уличный, но домашний влог. Вот, находимся мы сейчас в парковой зоне. Здесь вон одуванчики, няшки, птички поют. Здесь сейчас у нас такой путь непростой, много грязи, но ничего, справимся. Знаете, интенсивно пахнет крапивой. Да и ничего удивительного, потому что ее здесь очень много. Очень. Повсюду одна крапива. И это хорошо на самом деле. Ничего плохого в этом не вижу. Идем мы и натыкаемся на вот такое красивое дерево. Оно полностью в амфу. И это выглядит очень сказочно. Я, кстати, хотела вам сказать, сегодня я, как обычно, нанесла на своего сына аромат у дизайнера Беннеттон United Dreams. И вы знаете, вот сейчас я иду и просто кайфую от этого запаха. Во-первых, шлейф, он реально длинный. Это я уже заметила давно, мы вот ездили на велосипеде, и за ребенком просто километровый, там километры-километры шлейфа. И это кайфово. Но сейчас, вот в такую прям влажную погоду, я иду за ним и кайфую, пахнет молекулой. По-моему, второй все-таки. Ну, прям один в один. Именно этот аромат. Вы представляете? И сейчас я иду, кайфую, думаю, надо тоже его носить. А еще я думаю о том, что как он закончится, я обязательно куплю еще. Просто поразительно. В итоге за копейки мы получаем аромат, похожий на тот, который стоит около 10 тысяч. Да, это и выгодно, и приятно. Теперь давайте спросим самого носителя аромата. Скажи, как он тебе, нравится? Да. Красивый аромат, правда? Да. А скажи, пожалуйста, ты от себя его сейчас ощущаешь?
не ощущаешь. Вот видите, но Шилеев километровый, как я вам уже говорила, им пахнет повсюду, а вот сам Дима не ощущает. Вот так бывает часто, что кто-то аромат не ощущает. Пойдем. А он есть и повсюду. Ну вот, наконец, дошли до магазина. Заходим. Здравствуйте. Очень люблю этот отдел, потому что здесь всякие мягкие штучки, типа вот этих, лежанки, домики. Это очень мило. Ну, а нам сюда. Смотрите, какая красота. Настолько нежно, мне кажется, даже это подойдет младенцам. Да, цены здесь, конечно, вообще какие-то странные. 500 рублей. Так. Вот. 5 литров? Нет. Интернет-магазин явно подешевле будет. Наверное, мы это все-таки закажем. Мы сейчас что-нибудь другое возьмем. В качестве альтернативы. Ну, кто попробует, не хочет там. Ай. Не знаю вообще, зачем это делают. На вкус, что ли? Эти диванчики кожаные для кошерных животных. Да. И клетки рядом. Сын хочет показать птичек. Ну, каких ты хотел? Вот эти? Вот еще с ним. Пугайщики. Маленькие. А вот это желтая прелесть вообще. А вот эти вообще кто за желтые? Шиншилла. Шиншилла? Вообще первый раз слышу. Там целых три сидит. Странно, что не подписано. А вот кинар. Вот еще. Все, мы возвращаемся назад. Приобрели вот такой снежок, который действительно похож на снежок, какой-то наполнитель. Или на пенопласт. Мы такой не приобретали еще ни разу. Вот он стоил 4 литра 250 рублей. Цены там какие-то нереальные. Повышенные в 2 раза, в интернет-магазине все это дешевле. Можно приобрести, плюс у меня там есть бонусы. Поэтому взяли пока такой, и будем заказывать. Ну что ж, на этом мое короткое видео закончилось. Я надеюсь, что было для вас интересно. И с вами были Димошка, Diamond Craft, у которого есть свой канал. Заходите по ссылке снизу. Я. Вот мой муж там где-то застрял, потерялся. Наш потрошитель. Так что, всем пока.